Да, ему была дисквалифицирована. То есть Брио не свое время. Александр Дмитриевич, скажите, вы сегодня упоминали, что 8 атлетов имеют предыдущую свою допинговую историю. Не могли бы вы уточнить, о ком идет речь? 308, это атлеты из списка 387 или легкоатлеты? Я понял вопрос, да. Мы сейчас как раз занимаемся вымерением, уточнением списков. Каждая федерация изучает всю допинговую историю всех наших спортсменов, включенных в заявку нашей команды. И я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь полную информацию. Я сказал 8, на самом деле уже сейчас ясно, что и больше. Первоначально, Александр Дмитриевич, планировалось проводить нашу делегацию 22 числа. Теперь когда могут состояться проводы команды? Основной рейс, на котором улетает наша команда, 28 числа. То есть это будет проводы в аэропорту, да? Спасибо. Скажите.